Студенты колледжа «Московия» под руководством сотрудников ГИБДД Ленинского района, вооружившись агитационными плакатами и знаниями правил дорожного движения, вышли на дороги поселка Развилка, чтобы лишний раз напомнить автомобилистам и пешеходам, как следует вести себя на проезжей части. Эти акции очень нужны, потому что очень целесообразно сейчас смотреть по сторонам. К сожалению, водители не все бывают внимательны. Один пропускает, а один тут же едет. И человек, пешеход, он теряется. Дети очень часто теряются. Один перебегает, а второй остановился. И нужно эту акцию никогда не забывать, чтобы постоянно водитель был на пределе осторожен. К участию в акции «Пропусти пешехода», организованной накануне начала весенних каникул, ребята подошли ответственно. Помогали пожилым людям переходить через дорогу, рассказывали о правилах поведения в нестандартных ситуациях и опрашивали автомобилистов на предмет того, насколько хорошо они знают основы дорожного движения. Встречаются ли вам пешеходы, которые переходят дорогу в неположенном месте, и как приходится в этих ситуациях действовать? Постоянно встречаются. Приходится, ну как, оттормозить, пропускать по мере сил. Сегодня мы проводили акцию «Пропусти пешехода», основной целью является которой безопасность людей при переходе дороги и соблюдение правил дорожного движения. Проведенный сотрудниками ГИБДД совместно со студентами колледжа «Московия» рейд действительно важен и нужен, ведь направлен он в первую очередь на безопасность пешеходов. Ребята нам сегодня помогали проводить мероприятия на дороге, привлекали внимание водителей к безопасности, к теме, сами поучаствовали в качестве и пешеходов, ну и я так понимаю, что понравилось им мероприятие. Обеспечение безопасности юных участников движения в период весенних каникул требует усиленного контроля не только со стороны сотрудников ГИБДД, но и родителей, которым лишний раз стоит напомнить своим детям о правилах поведения на дороге. Ведь большую часть свободного времени с наступлением тепла школьники будут проводить на улице, где существует потенциальная опасность, которая при несоблюдении элементарных правил может привести к трагическим последствиям. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.